Заходи сюда. Заходи и разбирайся. Вот ты там. Сейчас в данный момент находимся на пожаре в городе Екатеринбурге на предприятии «Уралшина», где внутри предприятия, как вы видите, горит цех. Ориентировочная площадь пожара на данный момент составляет 3600 квадратных метров. Этот склад арендуется, поэтому внутри находится детская одежда, игрушки. Также на месте пожара сосредоточено на данный момент у нас 31 единица техники. 109 человек личного состава, работает 11 стволов, стволы все мощные, лафетные и стволы А, которые обеспечивают необходимый объем воды для тушения данной площади пожара. Автомобили у нас установлены на пожарные водоисточники, давление хорошее, нормальное, но тем не менее мы еще задействовали пожарные гидранты с территории города. Людей внутри нету, пострадавших, погибших нету, день выходной. Поэтому склад был закрыт по причине пожара. Сказать сейчас сложно. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Но на данный момент они замерили предельно допустимую концентрацию дыма. Опасности ближайшим жилым зданиям нету. Как вы видите, ориентировочно на расстоянии где-то 1 километр располагаются жилые дома. И роза ветров, и ветер дует в сторону, в противоположную, жилых домов. Поэтому здесь проблем нет. Работаем по пожару номер 3, но я уже объявил локализацию пожара, потому что пожар уже дальше не распространяется. Поэтому мы тушение пожара производим теми силами, которые здесь сосредоточены, в плановом режиме.